Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Мы занимаемся очень важным делом. Опа. Кукурузу рвем. Весной, что ты будешь делать, мешает. Весной это всегда хочется плодов каких-то. Вот, и особенно почему-то мне вот хочется кукурузы такой настоящей, желтой, отварить ее. Вот сейчас начало сентября. Вот, я до этого рвал, как-то еще не очень было. И вот один интересный момент, который хочу как бы осветить. В том плане, что мы тут огород расширили, просто посадили эту кукурузу, поливали. Конечно, поливали, была засуха очень большая в начале лета. Но по сути, ну, пололи там когда-то немножко. Вот. По сути, как бы мы же ничего не делали такого особого. Вот. И кукуруза вот эта вот, она сама выросла. Вот. Земля, Господь дает силы, вот она все-все ростит. Потом сейчас покажу весь этот огород. Тут сейчас все, уже столько зелени уже. И мало того, что если трудишься, всегда есть какой-то очень приятный бонус, который как бы, ну, ты даже и не рассчитывал на это. Сейчас посмотрим. Говорят, что их рвать нужно, когда уже кисточки вот такие вот будут уже как бы коричневые, что ли. Ну, созреют типа. Я уже до этого рвал. Даже были немножечко желтенькие. Вот, но я сейчас ищу такие большие початки. Остались маленькие. Даже на одной кукурузе не знаю, сколько початков там. Вот вижу отсюда какой-то большой початок. Ничего такое. Угу. Посмотри, он даже без кисточки, но все равно я его сорву. Вот, попробуем. Сейчас покажем у нас бонусное произведение. Вот, в общем, через какое-то время пошли дожди, тут все, давай зарастать уже, не успеваем уже. Ну, самое главное, что вот основное тут видно что-то, и ладно. Значит, и вот в огороде вырос такой очень хороший бонус. Смотрите, вот это паслен. Вроде как сейчас это вроде как уже и за ягоду-то не считают, Господи благослови. Ну-ка. А он сладенький. Вот, и, конечно, он такой вот дикий, ну, маленький. А бывает в это садят такой культурный, он большой. Здесь паслен. Каким образом он сам вырос, вообще непонятно. Короче, я его не вырывал. Вот. И раньше говорят, ну там, раньше, очень раньше, бабушки с него там с паслена пирожки какие-то делали, что-то еще там. То, что вот когда не было какой-то более такой культурной ягоды. Ну вот, милое дело, пользовались вот этим пасленом. Вот он сам вырос, сам созрел. Где-то еще, вот, кстати, на нашем огороде тут тоже вот, это вообще бак здесь, и вот вырос просто помидор. Я его тоже не стал убирать, думаю, ну пускай тут. И где-то в других местах тоже нарастали помидоры. У меня тут вот этот участок был просто целик. И если помните, я запускал свиней, вот так вот огораживал забором и запускал свиней, они у меня все-все разрывали. Пришло время, когда я захотел расшириться. Значит, все, свиней отодвинул в другое место, а здесь уже была разработана земля, и просто ее почистили. Значит, сюда здесь мотоблоком тоже в этой весной нанимал, перепахали все, вот, и все засадили. Сейчас милое дело. Правда, тут тоже это просто первый год, так все хаотично. Тут кукуруза, тут тыква. Тыква вообще вон все везде свои плети напускала. Вот, но как бы в это. На самом деле все это приятно, вот, потому что прошло время, и наступает время, значит, сбора плодов. Тыква большая, кабачки там, все-все-все. А то, что вот это вот сорняки выросли, ну, ладно, это мы соберем. Дело. Меня вот удивляет постоянно, вот так вот пробуешь, откуда там столько сахара. Сладость прям вообще невероятная. Ну, то есть что-то глюкоза. Ну, в общем, дай бог всем силы, значит, и желание, вот у кого есть земля, что-то посадить, значит, у кого нету, приобрести землю, что-то посадил весной, пополивал сколько-то там, пополол где-то, и вот тебе результат, пожалуйста. Всегда очень приятно, потому что земля, я еще раз говорю, ну просто она сама растет, сама выращивает. Даже животного, если там кормить не будешь, как-то за ним сложнее, чем вот с этим делом.
Дождики очень помогают хорошо. Если они есть. Ну сейчас они уже пошли. Ну все. Всем благополучия. Будьте здравы.